на встречу с Григорием. Это была официальная встреча. В течение месяца нам разрешено видеться один час. Григорий был в отличном расположении духа. Он очень бодр, весел. Хорошее боевое настроение. Передает всем огромное спасибо. Огромный привет всем, кто следит за этим постыдным делом, всем, кто поддерживает политических заключенных. И будем надеяться, что этот фарс скоро закончится. Спасибо большое.